23 августа в Каспийском ресторане «Бриз» для детей участников СВО, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и подопечных благотворительного фонда «Инсан» прошел праздник «Собери детей в школу». Началось мероприятие с нашида и приветственного слова председателя Совета имамов Каспийска Мурада Исмаилова. Всевышний Аллах дал нашим детям здоровье, чтобы они выросли с иманом, чтобы Аллах уберег их от всего пагубного, плохого, болезни. И также нашим братьям здоровья, чтобы Аллах принял все хорошие дела, благие намерения. Организаторами мероприятия являются благотворительный фонд «Инсан» при поддержке председателя Совета имамов Каспийска Мурада Исмаилова, городской администрации, партии «Единая Россия» и Общественной палаты региона. Присутствовал на встрече и депутат Народного собрания Дагестана Марат Алияров. Конечно же, дети – это наше будущее. И от них зависит, насколько она будет развита, наша республика, наша страна. Я им хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия. И мы должны сделать все, чтобы наши дети получили хорошие знания. И я хочу пожелать нашим детям, чтобы они слушались своих родителей, старших. И их не обязанность на данный момент наших детей – это учиться, получить знания. Только получить знания и учиться, от этого зависит, как я повторяюсь, наше будущее. Мероприятие украсили нашиды и выступления воспитанников детского сада «Фазиля». Юные дарования показали гостям сценки и рассказали тематические стихотворения. Для детей и их родителей был накрыт вкусный и разнообразный обед. Также всем ребятам вручили портфели с необходимыми школьными принадлежностями. По словам организатора, руководителя благотворительного фонда «Инсан» по городу Каспийску Ансара Курбанова, такие мероприятия уже становятся доброй традицией. Это мероприятие становится доброй традицией благотворительного фонда «Инсан». Конечно же, организатором являемся мы, благотворительный фонд «Инсан», при поддержке председателя Совета имамов города Мурада Исмаилова, при поддержке администрации города. Выражаем благодарность руководству данного заведения «Бриз» Дабаю Магомедовичу, который регулярно уже наши мероприятия поддерживает. А также выражаем благодарность депутату Народного собрания Марату Бибалаевичу.